В семью проектов ледникового периода вошел ледниковый период «Дети». Программа получила престижную премию ДЭФИ, а ее маленькие участники уже уверенными шагами идут к своим первым победам. Благодаря популярности ледникового периода тысячи детей пришли в наш вид спорта. Так что народная любовь к фигурному катанию – большая заслуга Первого канала. И сейчас перед нами выступит победитель шоу «Ледниковый период. Дети». Ему всего лишь 11 лет, а по артистизму он может соперничать со многими взрослыми спортсменами. Встречайте, Николай Колесников! Воспитанник Этери Георгиевны Дунберидзе.
сейчас на ледниковом периоде 2020 года входила в тренерский штаб Ильи Авербуха. Многим участникам проекта они помогли получить наивысшие баллы жюри. Они стали настоящими наставниками и теперь просто обязаны удивить нас своим выступлением. Поверь, Алина, они это сделают. У них всегда для праздничных вечеров заготовлен какой-нибудь сюрприз. На льду двукратные чемпионы мира Албена Денкова и Максим Ставицкий.
шутили на ледниковом периоде, что фильм про Ольгу Бузову тоже мог бы называться «Звезда родилась». Но в каждой шутке есть доля правды. Конечно, Алина. И только настоящие звезды нашего шоу могли замахнуться на оскароносную песню «Шеллоу» в исполнении Леди Гага и Брэдли Купер. И вот они снова на льду, в канун прекрасного женского праздника. Встречайте, телеведущая певица Ольга Бузова и чемпион Олимпийских игр Дмитрий Соловьев. Yeah.
невероятно сложно в телевизионном проекте «Ледниковый период». Но они делали все для того, чтобы по окончанию этого проекта взять приз зрительских симпатий. Телеведущая певица Ольга Бузова и чемпион Европы, олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев. Будь, пожалуйста, послабее. Я думаю, многие женщины ждут этих слов, ведь в душе они мягкие и ранимые. Ну вот, пожалуйста, дождались. Поет теперь уже звезда международного масштаба Алексей Воробьев, а на льду прекрасный семейный дуэт. Чемпионка мира Оксана Домнина и олимпийский чемпион Роман Костоман. Станешь плавной, станешь медленной, если захочешь. Мне с тобой такой умеет, и трудно очень. Хоть на нас, на
звезда международного масштаба. И между прочим, победитель телевизионного проекта «Ледниковый период» в паре с олимпийской чемпионкой с Татьяной Навко. Алексей Воробьев! Она тут для вас. Чемпионка Европы, чемпионка мира, призер Олимпийских игр Оксана Домнина. И чемпион Европы, чемпион мира, олимпийский чемпион Роман Костомаров. Ну да. С праздником вас, дорогие девушки! С 8 марта! Пару слов. Девушки, конечно, всех поздравляем с наступающим 8 марта. Желаем вам только любви и как можно позитива больше. Спасибо. Браво. Пей, какие вы классные, какие вы супер. Спасибо огромное. Спасибо, Лёш. Амилотекс Тегель и фармацевтическая компания Сотекс, входящая в группу компаний Протек, поддерживают наших участников. Амилотекс Тегель – профессиональная помощь при боли в суставах и мышцах. Амилотекс Тегель – точное решение за свободное движение. Имеются противопоказания к применению. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом. Спасибо, Амилотекс Гель, что на протяжении уже многих лет вы нас поддерживаете. А теперь от семейной пары перейдем к семейному трио. Да, это уникальный пример того, что дети идут по стопам родителей и начинают постигать искусство фигурного катания. А между тем, Алина, у родителей в феврале было 25 лет с момента, как они впервые попробовали кататься вместе. И как хорошо, что у их династии есть продолжение. На льду чемпионы мира Мария Петрова и Алексей Тихонов, а также их дочка Полина Тихонова. I saw the flickering shadows of love.
двукратные чемпионы Европы, чемпионы мира. Мария Петрова, Алексей Тихонов. И юная звездочка фигурного катания. Их дочка Полина Тихонова. И вновь спасибо всем тем, кто сейчас находится в этом замечательном уютном ледовом дворце. Спасибо за аплодисменты. Спасибо. С пломбиром «Чистая линия» любое шоу становится вкуснее. «Чистая линия» — это эскимо российское, московская лакомка «Радуга». Более 100 изысканных вкусов мороженого. Порадуйте себя изысканным мороженым «Чистая линия». Сейчас будет номер на песню, которая отлично подходит к празднику 8 марта. Называется она «Непобедимый». А непобедимым мужчину делает кто, Алексей? Правильно, женщина. Надеюсь, поддержка жены поможет нашему следующему гостю получить золотую медаль чемпионата мира в Швеции. На льду трехкратный чемпион России Михаил Калина. А песню «Непобедимый» исполняет один из лучших вокалистов России – Александр Панайотов. Thank you.
Тихонов, Александра Панайотова. И чемпионское выступление чемпиона России, неоднократного призера чемпионов Европы, призера чемпионата мира Михаила Калиды. Призер чемпионов Европы и мира, между прочим, серебряный призер Олимпийских игр Михаил Калида. И, конечно же, мы тебе от всего сердца желаем удачи на предстоящем чемпионате мира, который будет проходить в конце марта в Швеции. Михаил Калида! И вновь на льду призеры ледникового периода. За номер, который они сейчас представят, судьи выставили максимальные баллы за технику и артистизм. Планка у этих ребят была очень высокая. Они подготовили номер, который описать тремя словами: энергия, взрыв, вихрь. Конечно, не обойдется и без юмора, но на всякий случай придерживайте свои вещи, друзья, а то этим вихрем их может унести. Встречайте, чемпионка Европы Яна Хохлова и актер Вячеслав Чебурченко. Thank you.
Браво! Пара, которая всегда выступала на максимум в телевизионном проекте «Ледниковый период». И поверьте, уважаемые зрители, одно дело телевизионный проект, и совсем другое вот так выступать здесь и сейчас перед многотысячным залом. Серебряные призеры телевизионного проекта «Ледниковый период» Яна Хохлова и Вячеслав Чебурченко. Которые катаются в паре, говорят, что это ни с чем не сравнимое ощущение держать партнера за руку, когда понимаешь, что на пьедестал почета. Пара, которая сейчас будет выступать, испытывала это чувство много-много раз. Поэтому и песню для своего номера выбрали соответствующую. На льду чемпионы Олимпийских игр в Сочи Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. А поет один из участников прошлого сезона «Ледникового периода» Влад Соколовский. Даже если весь мир против меня, если ты держишь за руку, то я могу все. Даже если ветер, а я не шел, если ты держишь за руку, мне все ни почем. Можно будет это скорости 200, без меня старого приходит новая песня. Но с тобой интересно, что же будет дальше, чтобы новое светлое, то никакое фальши. Если ты темно, ты дашь мне свет, и моя душа снова тобой секрет. Ты рассвета рядом, и ничего не надо, я прибыл, купился, ты моя награда. Через мою награду, никому не пробить.
неоднократные чемпионы России, чемпионы Европы, олимпийские чемпионы. Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьев. Ну и, конечно, он. Влад Соколовский, участник телевизионного проекта «Ледниковый период 2020». Именно в паре с Екатериной Бобровой. Влад Соколовский, Екатерина Боброва и Дмитрий Соколов... Дмитрий Соловьев. Перестаем поздравлять вас с наступающим 8 марта. И надеемся, что завтра... наступающим 8 марта. И надеемся, что завтра вас ждет прекрасный романтический день, полный подарков и сюрпризов. Ну а наши звездные гости обеспечат вам правильное настроение своими яркими номерами. Встречайте, олимпийские чемпионы Татьяна Татьмянина и Максим Маринин.
Татьяна Татьмянина и Максим Маринин. И что бы ни происходило в жизни этого творческого и спортивного дуэта, они всегда идут, не останавливаясь. Для вас пятикратные чемпионы Европы, двукратные чемпионы мира, олимпийские чемпионы Татьяна Татьмянина и Максим Маринин. Образ Анны Карениной уже вторую сотню лет вдохновляет самых разных режиссеров на творчество. Свою версию решил представить и Илья Вербух. Через несколько месяцев нас ждет премьера. Ну а пока, как это и бывает в кино, посмотрим тизер. На льду чемпионка мира Оксана Домнина, олимпийский чемпион Роман Костомаров и чемпион мира Максим Шабалин.
Сегодня мы доставили вашему вниманию тизер. Ну а новый ледовый мюзикл Ильи Авербуха уже этим летом в Сочи. Ледовый мюзикл Анна Калинина. Чемпион Европы и мира в Олимпийских играх Оксана Дорина, Максим Шамалин и олимпийский чемпион Роман. Полины Гагариной «Ты не целуй». Этот номер принес самые высокие оценки как за технику, так и за артистизм. Все 6-0. В соцсетях свои лайки ему поставили миллионы зрителей. Ну а сегодня, в канун праздника 8 марта, мы дарим этот номер вам, дорогие любимые женщины. Встречайте, актриса Ольга Кузьмина и призер чемпионата Европы, чемпионата мира и Олимпийских игр Александр Энберт.
это ледниковый период 2020. Актриса Ольга Кузьмина и призер чемпионатов Европы и мира. Призер Олимпийских игр Александр Эппер. Маркетплейс «Озон» и новый амбассадор бренда Евгения Медведева уверены, спортивные достижения – это результат усердных тренировок. Тренируйтесь и вы, друзья. Покупайте на «Озон» спортивные товары по выгодным ценам. С «Озон Спорт» – это ваш конек. Я очень рада, что женское фигурное катание в России сейчас на таком высоком уровне. И сейчас выступит спортсменка, которая яркой кометой взлетела на небосклон фигурного катания. И сегодня у нас есть шанс получить частичку света. А мы еще раз поздравляем всех женщин с 8 марта. Этот подарок для вас. На льду двукратная чемпионка Европы и мира Евгения Медведева. Чемпионка мира Евгения Медведева.
настоящая исповедь артиста. Именно так называется песня в исполнении виртуоза Марьяны Мираповой. А на ту олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Злодей в небе мечты.
господа, Мария Мирабова, ваши аплодисменты! И, конечно, Алексей Ягудин! Браво! Спасибо! Конечно, хочется сказать спасибо всем тем, кто сегодня принимал участие. Это «Ледовый балет», «Ледовая симфония». Спасибо, ребята! На льду победитель шоу «Ледниковый период» – дети Николай Колесников. Браво, Коля! Я приглашаю Марка Кондратюка. Победители финала Кубка России Анастасия Мишина, Александр Галямов. Четырехкратный чемпион Натальи Иван Регини. Участники Ледникова периода 2020 Оксана Домнина, Форман Черни.
Спасибо. Весны, счастья, любви. Режиссер, постановщик, идейный вдохновитель. Этот человек, вот как говорит Татьяна Анатольевна, часто одну фразу может все. Илья Вербу! И вновь мы говорим, действительно, каждому из вас. Только спасибо, спасибо. Пожелаем счастья вам. Екатерина Цанава. Хореограф проекта Елена Масленникова. Режиссерская группа Полина Арсентьева, Ксения Зубрева. Административная группа Мария Задорина, Мария Куликова. Гостеверия Елена Новикова, Екатерина Марычева, Ирина Давидовская. Реквизит Марина Давидкова. Стилист Светлана Глушко, дизайнер Ирина Антонова. Менеджер предварительный Ольга Миронова. Спасибо большое. И еще отдельное спасибо Дмитрию Кричмову. Берегите друг друга. Берегите любовь. Спасибо.